Senin adını kol saatimin karşına tırnağımla kazıdım. Malum ya bulunduğum yerde ne sahipse de fil bir çakı var. Ne de başı bulutlarda bir çınar. Belki avluda bir ağaç bulunur ama gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak. Burası benden kaç insanın evidir bilmiyorum. Ben bir başıma onlardan uzağım. Hep birlikte onlar benden uzak. Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak. Ben de kendi kendimle konuşuyorum. Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi şarkı söylüyorum karıcığım. Hem ne dersin o berbat ayarsız sesim öyle bir dokunuyor ki içime. Yüreğim parçalan. Ve tıpkı o eski acılı hikayelerdeki yalnayak karlı yollara düşmüş yetim bir çocuk gibi bu yürek. Mavi gözleri ıslak, kırmızı küçücük, burnunu çekerek senin bağrına sokulmak istiyor. Yüzümü kızartmıyor benim, onu buan. Böyle zayıf, böyle hodbin, böyle sadece insan olur. Belki bu halin, fizyolojik, psikolojik filan izah vardır. Belki de sebep buna, bana aylardır. Kendi sesimden başka insan sesi duyurmayan, bu demirli pencere, bu toprak testi, bu dört duvardır. И сейчас хотела бы представить авторский перевод этого письма, который Назым Хикмет писал в тюрьме. И получается у нас следующее. Я выгравировал твое имя на ремешке моих наручных часов. Знаешь, там, где я нахожусь, нет ни перламутрового перочинного ножа, ни платана над головой в облаках. Может быть, во дворе есть дерево, но мне запрещено видеть небо над головой. Для скольких же еще людей, кроме меня, это место является домом. Я один далеко от них, а все они далеко от меня. Мне нельзя разговаривать ни с кем, кроме как с самим собой. Я и разговариваю сам с собой, но это очень раздражает меня, поэтому я напеваю свои речи. Но знаешь, мой ужасный голос так трогает меня, что мое сердце разрывается. И это сердце такое же одинокое, как ребенок-сирота из этих старых печальных рассказов, упавший на заснеженных дорогах, который хочет уткнуться в тебя своим красным крошечным носом. Это не вгоняет в краску. В этот момент он такой слабый, такой одинокий, самый обычный, простой человек. Может быть, объяснение этому в физиологии или психологии, или в чем-то подобном, а может быть, причина этому во мне. Ведь я на протяжении нескольких месяцев не слышу человеческого голоса, кроме как своего. Лишь это железное окно, лишь эта почва и эти четыре стены.